И так уже 0:11 минут 19.12.2021 года в конце дня подвожу его итог. На странице статистики моего блога «Любовь и разум» на blogger.com по просмотрам за последние 7 дней. Итог не очень хороший, 150 просмотров, но опять же, самое главное, интересное, не главное, а интересное, в разделе аудитории по странам. Так, вот аудитории по странам. И вот что мы здесь видим. Пока Япония держит марку блога моего статистики по странам, по просмотрам места, второе после США, она удерживает прочным. И уже поскольку моей жизни немного остается чадить огарку. Клипы с пониманием, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Я по поводу любому записываю срочно. Вот такие дела. Потому что делаю, что должен. И пусть будет, что будет. Ну, посмотрим, что будет утром.